Я заманивал их в ловушки, заваливал камнями. Я убивал их сотнями, но их еще больше. Я чувствую, что с их гибелью становлюсь сильнее. Тебе помочь? Нет. Как у тебя дела с воротами? Все получилось! Хорошо. Армия приближается. Я их задержу. Может, армия как-то действует на него? Он говорит, что становится сильнее. Что-то явно не так. Закрыл ворота! Уж как получилось! Сгодится! Давай! Моли! Теперь им долго не выбраться, но мы снова разделились. Нужно объединить медальон! Подожди, я найду, как попасть наверх! Куда спешить? Армия в западне. Я могу убить их поодиночке и забрать их силу. Что ты говоришь? Эта армия высасывала жизнь из твоего народа, и ты ее не остановишь, потому что жаждешь силы? Покончим с этим! Брось мне медальон! Брось мне свою половину! Если тебе не нужна власть, печать сложу я! Так я и думал. Азия была права. Нужно скорее соединить половинки медальона. Происходит. Почему ты не отдал ему медальон? Он бы не сложил половинки. Я уверен, что-то тут не так. Он так равнодушно говорил, что бросит своих людей умирать. Он не захотел остановить армию, как будто я пытался отнять у него власть. Почему он так жаждет власти? Что с ним случилось? Армия становится сильнее.
А твой брат убил много врагов. Собрав их силу в своем медальоне, он сам попал под проклятие армии. А тебя защитила от этого сила, которую мы вложили в твой медальон. Почему ты не сказала, что такое возможно? Мы думали, что ты успеешь сложить печать. Но брат убедил тебя подождать, а теперь уже поздно. А если я заберу у Малика его часть и сложу медальон? Он образумится? Не исключено. Но чем дольше мы ждем, тем сильнее станет армия. Ты должен отыскать брата. Он не отдаст тебе медальон по доброй воле. Придется забрать его силой. Я не причиню ему вреда. Он не в себе. Ты говорил, что Малик мудрый правитель. Но сейчас он не может помочь своему народу. Вся надежда на тебя. Мне не нужна ни власть, ни его царство. Я вразумлю его. Тогда поспеши. Мы поможем тебе по мере сил. Адьея Алкон Ардор. Что это? Сила Маридов. Власть над водой. Она определенно не жалует гостей. Вода замерзла по моему велению. Похоже, джиннам подвластны силы самих стихий. Сбежали, бросив заключенных? Никому бы не пожелал такой смерти.